Сколько времени пытаюсь понять твоих слов. За прожитую жизнь наломал немало дров. Сколько времени закрыты мои глаза. Здесь темнота или просто пустота. Скажи, ну почему в мучениях проживаю, словно голодная птица в пустыне помираю. Я не скрываю лица и сам не скрываю, что дано тобою мне. Тем и продвигаюсь, понимаю законы, написаны тобою. И этот крест на спине несу за собою. Понимаю, не идеален за мной грехи, но все же боль утешают мои стихи. И все же непонятное творится предо мною. В этих мыслях я общаюсь сам с собою. И до сих пор закрыты мои глаза. Это не сон, и уж давно не сплю я. Ару, у нас что-то вообще текст не по теме пошел. Да давай там, пусть будет противоречие или проблема, бля. Да, устроим сейчас, давай, запускай. Ай, раз, два. Пускай, давай, начинаем. Давай. А я все больше времени торчу у микрофона. Меня меняет, пока джойнт меняет погоду. И пусть не в курсе, насколько мы задержаны тут. Пока есть что сказать, мы не перестанем вещать. Вещание в норме, Гоша жизнью точно доволен. Ждет с нетерпением долгожданный сольник. Думает, переживает насчет этой сольной премьеры. Решил, нужно завязать с этой дружеской канителью. Жду тебя на неделе, мы с Серегой подъедем на кино. Пару зеленых, мы с Серегой без денег. Думаем, как бы спихнуть Гошу, чтобы подняться. А он просто так в себе пока не разобрался. Точно. Гоша за бортом вашей Цой, эстафеты Цой рекорд. Я, если честно, съебусь без промедления. Я буду искренне рад вашим честным победам. И по старинке взорву планта перед обедом. А ты говорил, что текст не по теме вообще. Ну да, что-то вообще загнался, да. Зато охуенно получилось. Да, качнули, бэд. 2014, Тифлис, вещание в норме. Бинару рекордс, мать его. Чик, чик, чик. Peace, всем.